Да, конечно. Ну, а чего к нему прицепились? Мы просто спросили. Вообще-то... Сейчас, погоди, голос выключу. Да, конечно. Так, я включила есть еще микрофон. Не сворачивай его, а то... Что-то я привязал, что я запутал его. Спасибо, архитектор с 1000 рублей. За полтинничек. За полтинничек. Для брови давай за этот донат, я и так нищий, ты что? Не, 50 рублей. Что ты деньги требуешь? Касаль, Сарицкий, я тоже бедный, поэтому... Так, Лена, микрофон выключил, я историю рассказал. Я просто не знал, что микрофон выключил. Да пиздит он, не рассказывал ничего. Сейчас хорошо. Ну вы на него знаете, правда это или нет? Только не знаю. Давай. Ты точно знаешь, ты же не кошка какая-нибудь. Ты умная собака. А знаешь, почему он тебя не обращает внимания? Ну как? Потому что для тебя... Короче, для него ты как кот, тупой. Ну и ладно. А для меня, ну и Валя. Да, Валя? Да, включилось. Ты что сказал про кошек, пёс? Не наливайте Брайану больше, а то он не пройдет червяка. Прайса в бан отправьте нахуй на 15 минут, а то и на час, пусть. Отправьте Прайса в бан на 2 часа. Кто там модератор? Да спрашивает, у нас кровать большая или стримеры маленькие? А за что бан? Брови большой. За то, что меня бесит. Вообще резонно, да, это понял. Не, просто понимаешь, если бы человек написал, а почему там Лера там на первом уровне там и так далее, то это нормально, ну там типа, почему Лера до сих пор играет во флистонов уже долго? Ну то есть это нормально, но когда чувак приходит и говорит, хули ты типа тут так долго, эй, ты чего, ну давай соберись и всякую такую хуйню. Пусть идет в бан. Battle Toads будет? И за фразы easy level я за час пройду, и за... И за, короче, вот это вот все, все, в общем, есть изи, короче, в бан на час прям. Лучший стрим диван, говорю, 2016. Хорошо, что не чатят здесь. Я-то могу изменить его. Battle Toads будет, но это, короче, Battle Toads возможно. Гидман, ты поиграл в Battle Toads? Я прошел. Не, Battle Toads... Ну, Double Dragon надо на двоих проходить, там веселее. Брайан, ты что, забыл, что ли? Чё, Барри, будем делать? Ну, можем. А, ты же не видел, короче, это Барри мы форсили, помнишь же, там пятый уровень-то с этим... Ну, когда в двери заходишь, там чувак, которого надо три раза там мочить еще. Ну, такой здоровый-то, на космическом корабле. Сверху. И там нужно заходить в каюту. Жизнь не взяла. И там чувак не разбегается и пиздит. Вот. Ну, это Баля. Все просто. Да, давайте в черепашек лучше.
Вы... А Прайса забанили? А, не забанили. Мне что-то сегодня забили, но его... Не читаю. Там еще кого-то забанили, не успел. Yes. А будет РПГ? Нет. Да ёпта! Ну ладно, что-то слив. Ни стример еще и не зритель, его даже не забанят. Вот слупок в чате. Гитман говорит, прошел Том и Джерри. Лево руля. А вот в долг залезть нельзя, да? Вот просто так, короче, команды в чате, да, создаем. Надо, наверное, в дашборде прописать, но все равно дашборд. Залезть в долг, вот, вот, прийти и восклицательный знак написать «Стрим хата». Или что там у тебя? Стрим хата. Посмотреть на док, кто что прошел. Нет. Блять, надо было сесть. На Насте. Помнишь, у тебя, да? Забудь про шар. Нет. Чтобы бонус войти хоть жизни немножко поприбавиться. Я там... Сходя в эмулятор, потому что я на месте сидел, заработал по атаке. Айрай, вот, ну, стратегии с PS1 это тоже долго. Ну, это, наверное, первый терминатор. Там можно... Да я не могу с этих умников. Там где-то... Почему не проходят все игры? Ну, просто инсталлы задержались. Это не помню. Ну, короче, бумерский, и там были маленькие уровни. Еще для приложения Twitch iPad, как читать удаленные сообщения, выходишь из чата и обратно входишь, сообщение удаленное появляется. Спасибо, Адуман Кеноби. Подожди, там было такое, что, типа, когда ты стреляешь, он там присадится на колено, Да, он пиздел. А, можно еще? Я, по-моему, прошел. Прошел? Да, с помощью того босса. Сидеть в стратегии играл? Блин, его замечал. Ну, так, я просто один, как она будет. Все, что я вижу. Отлично, уже лишняя жизнь. Жизни лишними не бывают. Ну, в смысле, я имею в виду, так-то было ноль. Ну, еще парочка. В смысле, еще. Чей джинс на стуле висит? А. Гита? Наверное, Гита. Даешь бы тут тот с Double Dragon? 2К! Охранник, давай. Ты шутишь? Ты опять про 2К говоришь? Вот тот с Double Dragon, ты за 2К мы быстро пройдем. Блять, я забыла про эту срань. Это ж не Dangerous Day. Хильнус. Нормально, я зато у тебя. Я бы третьего Day прошел бы за 2К. Чё-то, может, маловато? Или он легче? Нет, он дольше и сложнее, но я бы прошел бы 2К. Чё себе за сценки, даже Виталёйский за 2К прошел. Узнаю у Гита, много ли ДБГ таких секретов со звёздочкой? Ты же боишься, что 2К, блядь, пытаюсь. А с ним пройдёшь, ты чё так? А сколько мне будет времени? Сколько хочешь. Сколько хочу. Не, ну давайте 10 игр сначала пройдём, а потом брови пусть хоть двое суток сидит. Ну отлично, брови. Я вообще изи на самом деле. Ну, мне не хотел. У меня геймпад залит. А, всё, раз. Если ты захотел, хорошо. Меня бы не пахло. Кто-то прибавился на... Так, чё там, кто-то прибавился на стримхату? Ну сейчас видишь всех, кто есть. Стратегии уже не те, ну... Ну, про секретки Зерк сам спроси. А я не ходил. Сколько здесь уровней, это последний. Ну, последний перед боссом. Ой, два босса. Перед двумя боссами. Не, нормально, можно успеть. Кот уже не приедет, кот в пути. Не в пробке даже. Только да, даже не в пробке, да, она в поезде просто. Вопрос Гитману, играли на PS1 игру КНД? Айрай, вот, ну. В полете нужно ломать будет сейчас. Блять, не в ту сторону. Нормально, 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 мы лжи вообще. Ты сможешь, ты сможешь. Все хорошо, ты сможешь. 88 не читает же? Зерк, тебе жизненно важно это узнать прямо сейчас. Чего он спрашивает? Он спрашивает, сколько вы редких секреток со звездочкой. Буу, до хера. Да вот, почти. Ну, это невозможно просто. Смотри, ну, кстати, это возможно, но это смотри, очень тяжело. Смотри, ты жмешь прыжок, и в прыжке ты жмешь вверх сразу заранее зажимаешь. Он тебя зацепляет и сразу куда летит. Ну, а потом все равно... Еще раз вверх. А.
Прыжок вверх-вверх? Да, прыжок вверх-вверх, прыжок вверх-вверх, прыжок вверх-вверх. На рельсах тоже бывают пробки? Кисочки. Чего? Какие пробки на рельсах? На рельсах? На самом деле бывает. Если кого-нибудь собьют, там поезд. Чего? Вы вообще о чем? Ну, мы сказали, что кот даже не в пробке, конечно, на рельсах. Потому что на поезде. Барри, все спишь. Там вправо можно прыгнуть? Нет, вправо нельзя. Там шипы. Вот тот с дабл-драгом разве реально пройти? На луке написано, что это за пределами человеческой реакции. Титаном, ты лухкаюк, что ли? Ну так ты что, не смотри вас когда ТВ, когда прайм-тайм спидран от нас бустим. Мы там рекорд поставили, между прочим. Показали все страны. А, кстати, мы тебя прошли или нет ее? Ну, не похож? На кого? На этого? Поверили, Басов. Просто зерк, ты можешь открыть геймфак и узнать эту инфу. Блин. Почитать там воук-тру и... Ну, глаза не видно просто. А хамс там все пишут, что эти кошки тащи. Они не видно глаза. Так, прыжок вверх-вверх, прыжок вверх-вверх, прыжок вверх-вверх, прыжок вверх-вверх. Хорошо, хорошо, хорошо. Нормас, нормас, нормас. Ломай! Нормально, ломай, успевай. Или, или влево, смотри, либо влево сейчас, короче, снизу, либо наверх. Лучше наверх, конечно, но лучше... Блин. Спокойно. Смотри. Если ты сейчас положишь наверх, тебе нужно будет чуть подняться. Вот, то есть вот с этой тебе нужно будет подняться на следующую. Кстати, я понимаю. А если вниз, то ты просто влево нужно будет ползти. Но потом, а он, не... а мяч но потом не... Понимаешь, колесо сюда падает, и вот здесь будет торчать. Я не знаю, потом сможешь ли ты залезть туда просто. А наверху есть проход? Наверху и только что проходило. Проходило. Это ты круг, ты круг сделала вот так вот, понимаешь? Да. Это по которому ты только что забиралась. Тебе надо просто чуть-чуть вверх подняться, и все. И потом можно еще раз обойти, да, по идее? Да. Так, мне не нужно обходить, мне нужно просто подняться здесь повисеть. Колесо упадет вниз, а нам на нее потом спускаться. А, можно же спуститься по вегам. А на, колесо на падает колесо вниз упадут. И всплывает вот здесь, и все, на нем можно вставать. Так, стоп. Теперь нужно сделать. Ты что решила, какой был? Я решила наверх. Ну, хорошо. Понимаешь проблему? Потому что, смотри, тебе сейчас нужно будет прыгать прямо отсюда, и есть шанс, что попадешь в шип. И тогда ты упадешь вниз, и все, гг. Если ты попадешь вниз, тогда все нормально. Просто падаешь, цепляешься за это и ползаешь влево. Я тебе советовал бы все-таки вниз. Ладно. Все. Нормально. А, нормально, все вообще нормально. Отлично. А тебе что? А. Фреда? Блять. Я боюсь в бок, но я не упаду. Не, не упадешь, не упадешь. Все нормально. Вот, даже но жизни. Но хавчик есть. Хавчик есть. Два босса. Два босса подряд. Мелкий, по-моему, он примерно такой же. Он, смотри, он плюет в тебя огнем, по прямой? Прыгает вот так вот, ага. И, по-моему, опять плюет огнем. Я вот только не помню, плюет он по одному гоньку или таким прямо длинным потоком. По-моему, по одному гоньку. Ну, так подожди, вот так вот туда-сюда. Видишь, как он плюет. Да, постойте просто в серединке. Сейчас он тебя поплюет, по-моему, сначала. Да, по одному гоньку он плюет. По одному? Сейчас он перелетает. А, вообще, вот, да, сверху, все. То есть, ну, запал, короче. То есть, жди его там, куда он сейчас будет здесь прыгать, плюет сюда, сюда. Ты стоишь вот здесь вот. Когда этот огонь прилетает, отходишь сюда, бьешь его по морде, сразу убегаешь налево. Когда он летит, заряжай. Заряжать не надо лучше. Да, почему нет? Не бьем. Нет, я тогда не прав. Значит, после того, как он плюет второй огонь и приземляется. То есть, смотри, прыгает, раз, два, ты стоишь вот здесь. Огонь прилетает, приземляется. Ты подбегаешь, бьешь и отбегаешь. Можешь, в принципе, выбрать Барни. И рогатки херачи. Да. Да, пожалуйста. Ну, это будет очень долго, правда. Ну и что, зато сейфово. Давай. Не забывай, ты же пирожный. Как же он проходить? Мне сейчас? Че? Ну, пролежи. Ну, я имею в виду, не забывай, правда. Все, ну, че? Все, как же он дать? Недавно заролились, там, если он говно, мы еще ходим. Не, так нечестно, правильно. Ну, как вот. Серьезно, может. А после этого боссы не восстановят хп. Стримы перестали машнить? Ну нет, почему? Машнить могу только я, потому что у меня скилла нет.
съем.